Концерт индийского танца. Литейный 60, Ассоциация международного сотрудничества, Дом дружбы, второй этаж. Все, поняла теперь. Поняла? Угу. Там получается вот Кота-кафе, арка, да? Ага. А если чуть-чуть левее, то есть сразу за аркой слева, ага. Вот, то там находится. Отлично. Так, мы к котам или к индийцам? К индийцам. К индийцам, хорошо. Котов мы были недавно. Ой, смотрите, там пушистик. Ага. Кота-кафе, да, так, ой, исчез, я ему забыла, даже помахать не успела. Так, ну и где наша ассоциация индийского танца? Прямо рядом, ты как Саши, да? Да. Руками я, такая. Я говорю, я принимаю его ответственность. Парадные, прям парадные-парадные. Парадные-парадные. Питерские-питерские. Это дом 60? Да, дом 60. Да, надо посмотреть. Сказали, что тут еще наверху есть жилые квартиры. Хочешь жилую квартиру здесь? Очень. Так, ну а нам куда-то сюда. Цветы такие. Я замерла в изумлении. А звук браслета? Девчонки репетируют. Смотри, секундочку. Глянет. Ой-ой. Пока обследуем. Что тут есть? Боже мой! Боже мой, телепортация! Мы в Индии. Ага. Подожди. Ой. И цветочки, цветочки розовые. Где они взяли? Прекрасно. Мы будем просто наслаждаться. Да, лучше как-то там сесть. Да, посиди сюда. Мы в каминном зале. В квартирах тоже есть камин. Да, получается. Видишь, как замечательно, что сейчас снимут и куда-то к ним в группу или на сайт. Ну, мы посмотрим быстрее у вас. Да. Здесь два камина, вот там еще. В том углу тоже камин. Привет. Привет, Олечка. Молодцы. Всегда, всегда готовы. Классно. А ты чего? Ты чего не танцуешь? Все? Ой. Ну, хоть прийти посмотреть, да, на своих, поддержать, похлопаться. Вот концерт индийского танца, раз, Лила. И вот она, Элечка, которую мы с тобой встретили, да, в этом индийском ресторане-то. Да, вот она здесь танцует, звезда. Красота. Да, наряд. А, сегодня же Дасара. Да. Точно. Вот с 11:15 до часу ночи. В мандире, да? Угу. Нет, это в Дели. А, в Дели? Ага, праздник в Дели. Да, да. Ну, надо будет прийти. Я вам скину. Угу. Наваратри заканчивается. 9 ночей богини. Да. Под названием «Раз Лила» посвящено фестивалю
Thank you.
Шанкар Шри Махадев, посвященный Богу Шиве. О, Шанкар, Бог среди богов, ты тот, кто умирает и чувствует счастье. О, Махадев, вы держите трезубец как символ вашего могущества. Ты муж Парвати, о, повелитель Баканальди, враг демона Трипура, Бог мира, Бог дня, Бог среди богов. Я преклоняюсь перед тобой. Поддержите нас!
появится луна, и вокруг не будет никого, выключи свет и жди его, не поднимая вуали. Если он пойдет к своим ногам, ты его не слушай. Если он скажет «да», ты скажи «нет». Если он попытается поговорить с тобой, просто качни головой. Но если же он поклянется своей жизнью, тогда отдай ему свое сердце.
Шумова Валерия. Березкина Варвара. Герцева Дарья. Ченко Надежда. Анастасия Анастасия. Левиш Оксана. Шахмаметьева Эльвира. Огромная благодарность тем людям, без которых не могут существовать ученики. Это наши учителя. Без них нет знаний, нет вдохновения, нет света. Они неотъемлемая часть нашей жизни. Руководитель студии индийского танца «Анугама» Анна Вячеславовна Мощак. Сердечко ёкало, ты же в эти... Нет, не ёкало, нет? Я спокойно. А я тебя так хорошо вспомнила под этот, под болливудские танцы, когда ты танцевала вот так вот ножками с бубенчиками. Ну, может, еще сложится. Да, здорово. А у меня так ёкало, что я прямо от первого танца расплакалась. Да. Прям такая энергетика. Молодцы. Ну, Илечка, конечно, звезда, вообще звезда. Давай, ага. Нет, ой, ты сейчас домой? Нет, еще буду по городу. А. Приглашайте Дашу, вон пусть к Эле подходит. Ага, можно, конечно. А где она? Вот жена. Иля.
Эльвира. Я через ваш блат. Ага. А потом Оля, сфоткай нас с Элечкой, пожалуйста. Элечка, можно с вами? Олечка нас сфоткает. Ой, какое счастье. Спасибо большое за приглашение. То, что встретились в медийском ресторане, это такая судьба. Давайте, спасибо. Можно вас вдвоем тоже? Да, конечно. Богиня, да. Тоже Лариса. Вот, в прошлый раз на концерте Ларису, помните, тоже с нами танцевала. Девочки, прогул вам в этот раз, да? Прогул вам в этот раз, да? Да. По разным причинам, но вот, к сожалению. Но все равно тянет в родные вибрации, правда? Да. Я вас постою на улице, воздуха нет вообще. Пошли, я тебе хотела предложить... Раз они сказали, что это жилой подъезд, может, поднимемся повыше, давайте. Посмотрим, как вообще этот подъезд давайте. Устроен. Нас же никто не попрет, но попрет, уйдем. Это не нам спасибо, это Элечке, во-первых. Нет, а во-вторых, Богу, раз он нас соединил в индийском ресторане, мы так, знаешь, слово за слово, как будто мы право имеем, тащимся вверх, пошли такие. Вот мы здесь и оденемся, кстати. Такой, да, нам тут стульчик. Пришлешь мне фоточки? Ну что, живут здесь люди человеческие? Совет мира и согласие. Хорошо. У них даже открыто. Совет мира всегда открыт. Мир и согласие открыто. Никого нет. Синконцерт. Ой, какое счастье. Боже мой. Настолько прям сильно сверхбалло. Да. Даже при том, что вот такое вот разделение стран, а все равно нам не дают заскучать, затысковать. Правда, здорово. Это вообще фантастически. Это, знаете, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Мы сами не можем уехать в Индию, а Индия к нам приходит в разные города. Да. Не знаю, вообще. Особенно, когда прошивы что-то, танцы били меня. Так, знаете, это... Ой, я с самого начала, вначале расплакалась. Почему-то так все это трогает. Так, где тут, да, бахилочек? А вон кнопочка есть. Если нажмешь... А так будешь биться, замуровали демоны, замуровали. Ага. Вы что, крест животворящий делает? Вот Республика Котов. Мы здесь были. Прошлую нашу встречу. Есть видео. Вот и кафе. Такие здания красивые. Так, ну мы узнали, что это за здание, в котором мы сейчас были? Нет, мы потом, не узнали. Потом узнаем. Особняк. Узнаем, что здесь жил какое-то время Салтыков-Щедрин. Ой, но посмотри, у девочки на рукаве повязан платочек, шарф повязан. Ага. Это сейчас такая фишечка. Я не видела никогда. Я первый раз тоже вижу. Вот прямо на рукаве повязан платок. Может, косыночка. Небо такое сегодня, конечно, питерское, да? Ну, хорошо, хотя бы дождя нету. Уже хорошо. Это плюс. Два дня. Я видела, у вас уже снег пролетал. На восстание, да. Просто класс. Классно.
Ой, спасибо огромное, ну, это вообще... Такое интересное, правда, совпадение. Да, вот пришли на часик в индийский ресторан и встретили вот эту вот самую главную танцовщицу, которая нас сюда и пригласила. Это так удивительно. Ну, значит, там... Элечку Шахмаметьеву. Смотрите, нам раз за разом что-то, ну, да, приходит. Какой-то знак оттуда. Пришли бы там, на, наверное, на полчаса раньше, мы бы с ней не встретились. Что-то не зря я опоздала. Не зря я опоздала. Во всем есть смысл. Да, везде положительные стороны, можно сказать. Хотя, конечно, да. Ой, прям дух захватывает. Угу. Вот этот первый танец, я помню его. Ну вот его танцевала Парвати. Или тогда еще Сита. Угу. Ну что-то вот, когда Махадев к ней пришел. Но оказалось, что это вообще танец Кришны. Кришны, да. Ну, очень здорово. Рамаяна тоже вообще, это же так сложно. Да, таким большим коллективом танцевали. Они же еще вот эти девочки, которые по бокам стояли, ну, как рассказчицы, угу, да, ну, типа, как рамки, да, они были. А внутри же, ну, как бы, сама история. И вот они, вот эти девчонки по бокам, они сколько минут? 10 танцевали, вообще не прекращая. Причем все так вообще. Я в восторге. Спасибо. Да. Вообще просто. Ой, какое счастье. Ой, и опять же, счастье, что мы тут в Санкт-Петербурге, да, вот, да, что я не в городе, в котором родилась, не в Воркуте сижу сейчас. Я тоже не в Кургане, слава богу. Тут есть... Ты, ну, не в Кургане. Есть возможность зацепиться за то, что дорого. Просто единомышленников много. Да, люди все-таки притягиваются. Угу. Вот это, видимо, общая энергетика, тоска. И так здорово, ты сидишь, и ты знаешь, что там все любят инди. Ну, да, они бы иначе не пришли. Иначе бы не пришли. Это где? Это Санкт-Петербург? 2 часа ночи? Вот, и, да, из дома. А почему у вас так светло в 2 часа ночи? Вот, с балкона вид. А что такое-то? А это какой-то тепличный, в общем, что называется, а может... теплица эффект. Да? То есть якобы в облаках, ну, низкие облака, и отражается свет. Да? И что-то вот такой вот эффект. Но это вообще... Покажи еще раз. Плюс заморозки. Типа, да, плюс заморозки. Ну, то есть, ну вообще... Типа вот северное сияние? Да, что-то типа такого. Просто вот такой эффект. Ну, посмотрите. Ну, слишком светло, как летом, как в белые ночи. Мы подумали уже все. 2020-й разошелся уже как бы на славу. Классно. Вот, а сегодня такое прям стальное, низкое небо. Так не забудьте меня где-нибудь выкинуть. Да. Не, мы вас не провезем специально. Может, хотите в пирожковый зайти? Ой, ну какие пирожки? Подожди, давай разделим во времени. Пирожки, вафель. Ой, так это же еще есть конфетка-то, губки-то. Скушай, пожалуйста. Нет, это вам. Куда сходим? Нам перед этим духовно окультуриться. А уже... духовно окультуриться, культурно одуховиться. Да, именно так. А потом уже можно и кузяку надеть. Куча булок. Наоборот делается. Сначала едим, а потом? Да. Ну, можно и так. Ну, по-всякому, что успеем. Ну, конечно, сытое брюхо к учению глухо. Если что-то духовно расти, то вначале духовно расти, потом кушать. Да, согласна. Надо посмотреть, какие у нас есть мероприятия. Какой-нибудь, может, театр тоже. Я так театр люблю вообще. Да. А я хочу в мюзик-холл. В мюзик-холл? Да, надо, я посмотреть, люблю, чтобы музыка и танцы. Надо посмотреть, что там идет. Да, что там. Я знаю, что в октябре был мастер Маргарита. Да что ты. Мне кажется, все любят мастера Маргарита. Мне очень нравились рок-оперы раньше, помнишь, показывали. Да. Я вообще люблю все. Ну, как бы это творчество. Звезда и смерть Хоакина Мурьетты. Надо посмотреть. Юнона и Авось. Ой, Юнона и Авось, да. Еще мне очень нравилось, Виктюку приезжал Соломей. Ой, как мне понравился танец Соломеи. Танцевал юноша, но танец Соломеи девушки. Это было что-то. Но вот, ну, это Вакимова, они приезжали давно, еще лет 15 назад, 10. Вот я ради танца этого ходила. Ну, сегодня прям танцев было достаточно, прям. Ой, напитались. Да. Напитались. Так, мне же надо как-то выползать, а в эту сторону как-то мне, наверное... Пошли. Все, спасибо. Счастливо. Тогда увидимся, получается, уже в среду. В среду, да. В среду приезжай к нам в гости. Ну, часа в два. Можешь раньше, можешь позже. Люда только потом часов в 5, 5:30 съездит за Машенькой. Ага. И все. У Димы каникулы. У Сережки только не знаю, что там у него. Ну, в общем... Тогда я привезу вот эти вот фирменные эклеры, про которые я так много говорила. Вкусно. Хорошо. Я очень рада была вас видеть. Давай, спасибо, я тоже была рада увидеться. Ага. Все. Сайра. Целую. Давай, пока.
Все, созвонимся во вторник вечером и приезжай. Я следую точно. Обязательно, да. Смотри у меня, смотри у меня. Карму попортишь. Палак панир и гоби манчуриан. Давай, все. Спасибо, до свидания, спасибо. Пока. Вот так рано стемнело. Хотя я не знаю, сколько времени. Пока доехала. Может быть, 7 час. Сейчас посмотрю. Всего 17:47, дорогие друзья. 5:47. Замечательно прошел день. Я так рада, что все-таки сделали они этот концерт. Молодцы. Спасибо Элечке, что пригласила нас. Вот, дорогие друзья. Все, иду домой. Всех обнимаю, всех люблю. Всем желаю счастья, здоровья, добра, радости и гармонии. Всего вам самого наилучшего.